Также в Арсеньеве открылась общественная приемная члена Совета Федерации России от Приморья Людмилы Толобаевой. На торжественном мероприятии собрались общественники, городские политики и жители города. Первый посетитель пришел в день открытия. Пенсионер рассказал о насущной проблеме. В многоэтажном доме 3 года не работает лифт. Пожилые люди поднимаются на 9-й этаж по лестницам. Людмила Толобаева дала поручение своим представителям в Арсеньеве и Думе города разобраться в этой ситуации. С проблемами, пожеланиями и вопросами различной тематики в приемную сможет обратиться каждый житель не только Арсеньева, но и близлежащих районов. Помощник сенатора будет принимать каждый вторник и четверг. Мне очень важно, чтобы сюда приходили люди. Люди, у которых есть проблемы. Вот мне иногда задают вопрос, вот люди должны приходить вам только с проблемами, которые можно решать на региональном уровне. Я вам могу точно сказать, встречаясь с людьми, я поняла, люди не различают полномочия. И для них это не важно. Я считаю, и для нас это должно быть неважно. Люди, если у них есть проблема, люди должны стучаться в ту дверь, которая им ближе, которая, в дверь, которая должна открыться.